Ну, мне кажется, маловероятным весьма. Другое дело, что темп экономического роста замедляются в России. Соответственно, будут замедляться темпы роста, видимо, финансового, кредитного рынка. И это, конечно, такой негативный фактор для банков. Повышаются риски, связанные, вы знаете, с падением мировых цен на целый ряд экспортных товаров российских отраслей. Поэтому мы ожидаем непростые очень годы, но не кризисные. Это будет тяжелая работа в условиях такой повышенного риска. И, может быть, да, повышенных каких-то негативных тенденций, но никак не кризисные. Ни обвалы, ни кризисы, ни резкие падения. Мы так не считаем, мы не видим этого.